Сотрудник ГАИ, которому вонзили нож в грудь, пошел на поправку. Его навестили коллеги и руководство областного ГИБДД. В больницу он попал с ножевым ранением, которое нанес ему пенсионер. Полицейский остановил машину, и ему показалось, что шофер пьян. И во время составления протокола водитель достал нож и воткнул его в грудь служителя закона. В больницу согласны ехать? Жеха, блядь! Полицейский несколько дней находился в тяжелом состоянии и вот теперь пошел на поправку. Тем временем пенсионер взят под стражу. Кстати, задержанным оказался бывший школьный учитель и экс-депутат Уйского сельского поселения.